Всем привет! Сегодня четверг, 28-е. Сегодня у нас в городе проходит трейд по выловке машин, которые неправильно припаркованы. Типа молодых стопхамовцев. Я участвовал в акции, дали такую футболочку. Я чуть за единую Россию. Все, сейчас пойдем вылавливать. Персонаж, который неправильно остановились, припарковались на газоне. Вот один из таких. Да, коммунистический 44. Вот они нарушители, блядь. 12-я, 772-я. Ну, совсем недалеко нашли шаху и актион какой-то модный. Шаха, актион. Митсубиси нашли еще одну. Стоит в положенном месте. Митсубиси Аэротрек. И вон там какая-то морковка что ли стоит. Ну там много их стоит. Сейчас пойдем все вешать их. Здравствуйте. Типа стопхама, знаете? Знаю. Вот. Тем же самым занимается. Део. 187-я. А что не так с машиной? Стоит на газоне. А где? Вот. Вот проезжая часть. Вот проезжая часть. Вот отсюда начинается газон. А ты что? Да. Что ж тут отсыпка сделана? Где вы видите отсыпку? Здесь должна трава быть. Ее просто затоптали, все. Где отсыпка? Вы покажите мне. Ты что хочешь? Это когда посажены права, правильно? У меня есть права. Да. Есть трава покажите. Трава тут должна быть посажена. Должна, но она посажена. Ее вытоптали, выезжали. Но она была посажена. Если бы вы не ставили машину сюда, она бы росла. Так? Если бы машину ставили по-другому, скоро бы не могла проехать. Правильно? Не ставьте машину, вон там есть. Вон, проезжая часть. Проезжая часть, есть место для остановки. Они должны ставить. Где? Там знак только вон там, возле. Вот, ходи туда, посмотри. Подождите. Вы уходите сюда? Не приспособлены для машин. Ну что, здесь абсолютно? Просто забей. Давайте, давайте. Ну к чему это? Что добиваетесь? То, что вот машину не будете ставить сюда, будет красиво. Дальше что? Вы будете знать, что запрещено ставить они сюда. Уже. Да. И так знаем. А почему ставите? У нас выбора нет, нам некуда ставить машину. Надо найти. Да? Да. Вон там есть транспорт. Найдите, а потом ставьте. Давайте. Мы-то еще... мысленно лепим. Мы вам какой-то... Искать ваша машина, вы должны искать. Не наша а проблема. Ты что, дорогой? Да. А ты вообще имеешь право фотографировать? Кто фотографирует? Запрещаю фотографировать автомобиль. Это нарушение. Это собственность. Мы запечатляем нарушение. Покажи мне бумагу. Мы сейчас звоним. Ваше движение законно. Да. Кто сказал, что движение? А закон Российской Федерации. Да. Почитайте. Почитайте. Будь любезны, почитать. Здесь запрещено. Я тебе говорю, это незаконно. Кто сказал, что там движение? Снимание машины. Ты сейчас чем занимаешься? Мы ходим, смотрим, кто нарушил. Вложим бумажку, чтобы знали, что такого делать нельзя, чтобы не надо так больше делать. Ну. Куда ты ее ложишь? На машину. Это собственно. И что? Я запрещаю. Я на нее что-то наклеил. Ты на нее положил. Положил. Я запрещаю ложь. Будьте добры. Я вам показал бумажку. Все, мы запечатлели ваше транспортное средство. Все. Какие вопросы? Я запрещаю запечатлять мой транспортный средство. Почему? Потому что это моя собственность. Это нарушение. И что? Мы зафиксировали нарушение. И что? Я запрещаю. А при чем тут вы? Какой адрес, скажи? 3 или 51. Ну что, не понятно. И 5 или 5 посчитаем, а потом позвоним. Хорошо. Какой организатор? Хама. Нет. Где вы зарегистрированы? Мы молодежное движение. Где вы? Нигде. На каком сайте? Нигде. Мы сами по себе. Где ваш там? Какой, какой адрес? Какой еще скажу? Строители 51. Молодежная организация, нигде вы не зарегистрированы. Что-то молодой человек, вы не то говорите. На основании чего вы здесь ходите, расклеиваете? Моя жизненная позиция. Я вижу нарушение. Именно? Да. Так я тоже могу сейчас свою позицию. Выскажите. Ты в майку ходишь, помогаешь. Да, да. Ну, где ты зарегистрирована? Нигде. Нигде? Как? Нигде. Сам по себе. Сам по себе. Сам по себе. Вот так захотел, вижу нарушение, хочу. Моя жизненная позиция. Подошел, положил, чтобы люди знали, что запрещено. Нет, подожди, я имею право вызвать сейчас милицию? Имеете. Имею, да. Хорошо, вызываю. Ты вызывайте. У меня девочек много. А, нет, видишь, где, у меня сразу дела появились. Вызываем? Где? Это интересно. Вызывайте.
Попробуй только. Давайте мы сейчас вызовем своих. Хорошо. У нас есть... Да мне хочется человека вызывать. Почему? Мы одного вызовем и все. У меня муж юрист, мы сейчас поговорим. Мы сейчас одного полицейского вызовем и все. А зачем нам? Сейчас вызовем и все. У нас... Ну, у нас... Стой, я стою. Я стою. Все, стою. Хорошо. А ничего, владельцы здесь говорят, что можно ставить. Кто этот бордюр? Да, понятно. Сейчас разбираемся. Это Дима, что, как его, Дима, да? А, нет, плохо. Как его зовут, Дима? Женя? Дима. А, это бабу Женя зовут. Жигуль. Зачем, блядь? Тип какой-то. Хонда. Это тоже на газоне? Да, он уже это. Нет, вот это вот. А этот нет, на бордюре. А, нормально, значит. Волга на газоне. Там что, Nissan нормально. На всю сторону идти, посмотреть, газоны. Ох, тут сколько их. Ох ты, ох ты. Персонажей сколько. Kia. Honda. Ох, там вообще много их. А можно машину убрать с газона? Маленько, вот чтобы колесо на дорогу вышло и все. Убрать? Да. Ну, чтоб с газона вышло и все. Ну все, все. Там вообще дофига их. Какой адрес-то это? Да, пойдем, тут вообще что-то много. Лекс. А, не Лекс, это может Харьер быть. Вот мы там вообще просто весь, все эти. Как раз вот тротуарчик. Вот тротуар. И атрибуты, короче, что отсыпали для себя. Тротуар, да. есть. Все. Давай, запечатлим. Как мы их запечатляем, а? Ну, покажи нам, Саша. Зафотали номер. Сейчас запишем. Адрес, номер машины, чтобы потом можно было фотографии прикрепить. Все, вот так вот и проходит у нас рейд сегодня. Достаточно много, уже почти два листа исписали номеров. Вот они гонят. А здесь что, думали, красиво? Ну, так мы там прошли, там никто на тротуаре не стоит. Так, вот. Да, мы для этого все делаем. Да, там есть же возле рта парковка, там на машине 15-20. Ну, мы только что оттуда видели. Там стоят, тренеры, шарят, правильно, вот, места все забиты. Да. Вот мы начали с тебя, мы вот. Вот сейчас тоже с одними ругались, а никак смысла нет, они завтра на то же место и поставят их. Ну,
поможет, присмотрится к нам. Да, уже засыпали, все, трава не прорастет. Мы трамбовали, засыпали. Сколько действительно? А, есть у вас, да? Бумажная. Бумажка, там, подтверждение. Ну, три года назад было, до какого, до какого года, ну, действительно, что подтверждать же еще надо. Я в больнице лежал. Нет, ну у вас то есть есть бумага, да, вы заверили в Жеке, что приезжали, смотрели, отсыпали, не отсыпали. Будем смотреть, от утро на Амаре. Потом на вас все начнут. На нас не могут написать, ничего маленького. Мастер, который не на вас именно. Начальник участка, ребята. Начальник участка, который нашими домами. До свидания. Нашими домами командует. Вот утром поддерживает мастер. Она, видите, один там все. Ну, нам сказали, что там какая-то шишка живет, но. Ну, то есть есть вот документы, это все законно, до какого вы не знаете? Не помните, до какого года был документ? А хотя бы по размерам, какую вы примерно спали, чтобы знать, кто вы? Да, докуда, докуда это разрешено? Разрешено, вот где вот эта машина стоит. Жигули? Синяя? Да. Ну, голубая. Зелененькая? Ага. Для этого разрешено. Автомобилей много стоит на газоне. Нашли уже листа 4, наверное, номеров записали. На мусорке, ну, нашли сейчас шаху или что-то, семерку не смотрел. Короче, вот это, на чем стоит бетонная плита, это вообще для мусорки должна быть. Вот, бетонная плита, вот она сама. Все правильно, в принципе, поставили. Жигуль на мусорное место, блин, молодцы ребята. В принципе, все правильно. О, конечно, правильно. Все хорошо, молодцы. Еще про совесть. Совесть, ну, про совесть спросили, сказали, есть ли у вас совесть, а у вас нету. Да, хотели телефон в жопе. Угрозы были, что телефон в жопе окажется. Ну, зачем так делать, а? Зачем? Ну, люди, ну, не культурные особы. Ну, что ж, сейчас пройдем, посмотрим, что у нас. Есть он там до кольца. Кто знает, там до кольца еще есть домики интересные. Время уже давно прошло, нашего рейда. Время прошло, рейда, ну. Ну, мы разошлись просто сегодня. Сегодня был хороший улов у нас. Да, так-то неплохо, неплохо мы сегодня. Наша совесть чиста. Чисто. Мы ничего плохого не делаем. Мы стараемся улучшить наш город, чтобы газоны были всегда чистые. Автомобили не стояли, где не положено. Да, они сами люди спрашивают про нашу совесть. То, что мы сходим, фотографируем, мы записываем. Хотя сами ставят на газон, разрушают единственное хорошее место в нашем городе, это газон. Да, да. Сейчас позвонил наш организатор, и вот с типом, в котором мы зарамсились, который полицию вызывал, он сказал, типа, полиция приехала, приехали те, которые смотрят, ну, что на газонах, там, за чистую окружающую природу, и все. Сказали, типа, он был неправ. Это все, написал он объяснительное, короче, выписали ему штрафчик. Да, все. Он был неправ. А был он юристом? Сам, да, он не был юристом, и не знаю, что он был неправ. Да. Вот так вот живем. Вот такие юристы в наше время не знают, что они неправы. Даже школьники знают права их лучше, чем они сами. Не надо так делать больше. Находимся на Кузнецкой 52. Тут персонажа такого нашли. Просто в деревья въехал. Это такая же двенашка. Сделала себе гаражик маленький. Все, вот тоже персонажи. Ну, мне кажется, там вообще много тачек будет. Там узкий проезд. Ну, там, в принципе, вон парковочка-то сделана. Ну, парковка. Вон за этим, за горкой парковочка.
Ну, сейчас пойдем посмотрим, что там будет. Ну, женщина уезжает, как говорится. Все, закончился наш сегодня рейс. Сюда, транспортным средством. Дело на машине, хорошее дело. Хорошее дело. Да. Были, конечно, люди такие, которые... Да, плохие. Да, плохие. Плохие люди. Которые против нашего движения, то, что мы делаем. Но нам насрать на них. Был один персонаж, который, да... Юрист. Юрист. Вот с такими юристами в нашей стране... Все плохо. Все плохо, да. Юрист знает, он должен знать сам все обязанности, все права, все кого. Конечно, он юрист, он учился на нее, на эту профессию. Да. И не знает, что машину туда ставить нельзя. Он приехал, полиция его оштрафовали, он действительно написал. Большой ебался. Да. Что у нас сегодня все интересного было? Так, типы были, которые... Ставили машины прямо в деревья. Да, просто между деревьев. Все вырубили, поставили. Ставишь потом, просто показать. Просто оно на заставку поставил. Ну он молодец, мужик на Жигулях как раз поставил, где мусорка должна была быть. Не, он тут вообще... Место там прям, место. Там вот, он даже вот сейчас напротив нас, вот там где-то. Где-то вон там вот он, не помню. Ну да ладно. Там, да? Вон там. Ну да. Как раз на бетонной плите, где должны стоять мусорные баки, поставил сюда, туда же жиглёвку. На свое место поставил, умница. Да. Вот такая вот у нас сегодня молодой стоп-хам получился. Да. Чуть-чуть. Люди движение организовывают, это хорошо, правильно делают. А все остальные говорят, ну покажите, где нам парковка. Мы говорим вам, ищите сами ваша машина. Мы говорим, что нельзя сюда ставить, ставьте другое место, где положено, разрешено. Говорят, найдите нам парковку. Ищите сами себе парковку, чего такие наглые? Ну, сами нарушаете, еще говорите, что мы искали вам парковку. Тип такой, типа, а где мне ставить парковочных мест? Люди нету. Хотели нам телефон в жопу засунуть. Угрозы, да, были в нас. Да, потом они пошли когда-то. Обиделись. Да, обиделись. Они думали, что мы испугаемся, а не испугались, и он обиделся, наверное. Ну, все. Если мы не можем решить, Дима все порешает. Я один-то пришел, порешал. Пришел, порешал. Рассказал все, что как было, и все. Он заткнулся, типа, это. Блин, надо было ждать полиции сидеть, а? Долго мы бы других типов не видели. Долго бы, ну ждали, но зато хоть там кадры такие были бы жестокие. Очень господа нормально. Милиционеры сделали хоть раз свое дело. Приехали, в принципе, быстро, молодцы. А как выживаешь? Нет, ну просто сегодня рейд же был запланированный. Точно. Может, из-за этого они быстрее приехали. Там специально они предупреждали их, что там заранее, что рейд будет, значит, милиционера одного вывели, чтобы он стоял. Да, один тип сначала тоже подъехал, короче, по охране. Значит, сначала милиционер приехал, а потом сразу след ним за охраной. Ну, по охране, типа природа, там что-то такое. Приехал. И все, юрист встрял. Все, объясни, может, типа это не согласен. Ну, такой приезжает, спрашивает у него. Ну, это по словам Димы уже. Он еще такой борзый, утвердил, давайте я вам милицию вызову, они вам разъяснят, что того, что я здесь типа прав. Типа, я юрист, его жена говорит, он юрист. Он знает, что он делает. Хобода приезжает, юристишка, ты это не прав. Хотя он юрист, он денег должен зарабатывать. Ё-моё, он должен хотя бы там на Кионе там кататься, на Бэхе какой-нибудь. Он на Дэйон Нексе белый ездит. Ну хотя, ну может он нельзя, точнее просто. Ну хотя, какой юрист, понятно, почему ему зарплату не платят. Ни одно дело не выиграл. Правильно, ни одного дела еще не выиграл. Ты по окружению, по охране окружающей среды приехали такие. Так и так, у тебя есть разрешение на это? Потому что они сами отсыпали, как бы есть разрушение, типа нет, ну все. Бах, ему штраф дали, объяснительный он писал полицейскому. Пришли в другой двор, там абсолютно адекватные люди, все сказали, что здесь отсыпано, у нас есть разрешение. Попросили показать, нам показали это разрешение. Все, мы отстали от них, говорят, все, молодцы, делайте так дальше там. В смысле, не ставьте то, что делаете дальше, а то, что разрешение, если есть, то хорошо, молодцы. Мы к вам претензий не имеем, если у вас. Все согласовано. Ну, согласовано. А другие только говорить умеют, а ничего другого сделать не могут. Какие у нас итоги сегодня? Машин сколько? О, ну, много сегодня машин. Много машин. С блокнотных листочков. Два, три, да. Четыре с обоих сторон расписали.
Блин, не помню. Еще фоток, сколько надо. Фоток. Машины. Ну там надо будет и фотографии машины, номер машины и адрес, на который она находится. Все, сколько мы вышли сегодня? О, мы уже 7 часов, мы уже расходились по своим точкам. 7, а сейчас часика скажу. 9. Ну, 2 часа мы ходили. 2 часа ходили. То это 2 часа мы прошли, по сути, расстояние-то было небольшое, но мы в основном на то, что люди просто не соглашались с нами, они не могли принять свои ошибки, признать их не могут. Они просто утверждают все, что они правы, хотя на самом деле по закону они не правы. Я школьник про закон говорит. Ну, там школьники угнали юриста этого. Все, все так, он нормально. А ты вообще юрист, не имеешь права на школьников так наезжать. Сразу юристичка пригнулся, сразу рот закрылся. Как он сказал, типа ты даже, ты, они, как он сказал, они школьники, ты на них даже теребонькать не можешь или теребить. Ну хорошо, там еще последний месяц, хотя вот школьники на нас, они юристи, юристички на нас не могут теребонькать. Еще считается школьником, так что месяц можем ходить спокойно. А потом в армию пойдем. Там будем все уже не школьники. Сегодня у Димы спросим еще, да? Типа можно, ну вот сегодня как-то согласовано было, да, трейд, все. Да, сегодня мы спросим, если рейд будет еще таки организовывать, мы с удовольствием вступим даже. Это интересная вещь, подковывать себя в таких-то, когда в определенных делах, это интересно. Но мы сходить собираться не буду. Не, на субботники тоже не пойду. Ну так, если он типа скажет так и так, туда-то, туда-то можете присылать все свои вот эти, которые запечатлели нарушения. Почему? Я, сами пойдем, сходим там, там. Можем только получить за это, но мы быстро бегаем. За чистый город, мы всегда за чистый город, но с утра вставать у нас, с утра мы учимся, мы не можем просто ходить. Да и так, если ходишь, там не соберешь, нет, ну ладно, но мы сами не мусорим, это уже какой-то... Да, сам, хок бы в бутылку, назад, не мусорим. Не мусорим, ничего. Видео долго получается, я наверное. Нормально. Выключим камеру, помусорим. Ну все, на этом. Вот, ну и все. Мимо, правда, кинул. Единственная бутылка, которую я выкинул. Сегодня сделали доброе дело. Да, никто не понимает, что мы делаем. Спрашивали про нашу совесть, говорят, ну ты как у тебя совесть, типа государственная, как у тебя все спокойно со совестью? Я им говорю, у меня совесть моя чиста, а ваша как? Вы ставите вот газон. Был газон, а теперь у нас просто яма. Разрытые ямы, говорят, ты про мою совесть еще спрашивают. Я говорю, ну нет у меня совести, ну люди, ну отстаньте от меня. Ты не поищешь, что у тебя телефон в жопе оказывается? Я говорю, ну мне насрать, у меня есть. Дима же нет. Дима есть. Не, он чуть-чуть держит. Не, там был тип-то один, который с пивандосом шел, типа, о, молодцы, да, парни. Ну, мы не записали, я не успел просто записать это. По-моему, единственный человек был. Ну, хотя еще люди так-то доброжелательно относятся. Но бывает, короче. Баба вон та, которая на газон встала. А сразу убрала, попросили ее, она говорит, сейчас ребенка вынесу и уберу. Ну, сразу же убрала. На шундах, что она была? Ну, там как убрала, она просто, ну, с газона съехала, ну, с колесами, и все. Люди адекватные бывают, а бывают и выдут. Да, которые не знают правил, и лезут куда-то, и лезут. Сами не знают, но лезем куда-то. Нам сказали, что делать, сказали, какой юрисдикции надо действовать. Мы свои полномочия не превышаем, мы не нарушаем ничего. Сегодня, да? Вроде. И ничего не нарушили. Нам нет. Сказали, что по какому закону, что действовать, что делать. Мы знаем все это. Поэтому мы... То есть какой-то степени развились по какому-то определенному движению. Гордость такая, что да. Что-то доброе сделали в этой жизни, да? Да, городу хоть что-то сделали. Городу помогли, там, да. Ходили, машины. Да, люди не донесли до этого, не поняли большинство из них, но хоть что-то сделали. Ну все, на этом все на сегодня, да? Да. День прошел, удачи. Удачи. Все. Я мёрз. Всё, всем пока. А, блин, потом.